Hey, всем привет, друзья, с вами Лит, и добро пожаловать, мы с вами продолжаем играть в Губка Боба, квадратные штаны, планктон, месть роботов. А в предыдущей серии мы нашли кузена планктона, который нам одолжил второй ключик уже, то есть нам осталось раздобыть третий, последний ключик, и после чего можно считать успешно, наверное, пройденную игру, либо дальше будут какие-то еще отвлечения по сюжету. Но пока что, в текущий момент, это все, что нам известно. Ну что, ребят, давайте тогда, я предлагаю, допройдем игру, возможно, до конца, может быть, в этой серии, либо в следующей серии, я думаю, уже будет финал игры. Все-таки, когда оружие хорошо улучшено, это очень хорошо. Опля. И готово. Иди ко мне, дорогой. Иди ко мне. Потому что... Че ж так много-то? Еще один? Нет, все ровненько. Денег уже на достаточное количество, чтобы прокачать еще одну пушку какую-нибудь, по крайней мере на один левел, так точно. Я начинал прокачивать у Губки Боба лазер, который стреляет сразу же тремя, он сразу конечно, здорово. Нельзя делать так, чтобы они по мне попадали. Если они по мне начнут попадать, я начну умирать. Все кажется крайне логично. Но там всякие разные цели становятся перед ними, и становятся их защищать. Так, и последняя катапульта. При всем желании она может мне полностью застанить, и я даже ничего сделать-то не смогу. Раз, два, три. Несмотря на все, у нас даже продолжает увеличиться количество здоровья. Смотрите, у нас уже 3,5 здоровья. Да? Если считаете, что вот там один раз задевает, но становится на желтенькое, потом она становится у нас исчезает. Да? Или она еще красненькая становится, я ничего не помню уже. Сейчас пройдем реально. Да, она становится желтенькая, потом она исчезает просто. Поэтому нам нужно просто сейчас вот этих вот ребят отстрелять. Ну, это, кстати, не так уж и сложно. Они просто к нам подходят, мы их берем такие, оп-оп-оп, отстреливаем по одному. Главное правило — подходить по одному, и все будет хорошо. Пщелька, наверное, то, что меня сейчас могли все-таки задпсить немножко даже. Они кончатся когда-нибудь, эти вот маленькие роботы. А, да, они кончились наконец-то. Их становится все больше, и мне кажется, с оружием непрокачанным это было бы на самом деле большая проблема. Все проходить. Но. Нам сильно это не мешает. Вот и оружие непрокачанное, да? Главное не умирать, все будет хорошо. Тут преимущество дальнего оружия. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять.
Ладно, пора передвигаться к ним, а то здесь уж как-то ничего у нас не получается даже. Раз. Вот это должно взбавиться, то она такая довольно противная. Готово. Сразу две уничтожили. В принципе, ребята, неплохой результат, да? Мне кажется, мы собрали с вами практически 2000 золота. И что нам это дает? 2000 золота. Мы можем почти любую пушку, да, проапгрейдить? Да, но некоторые там уже по 1500 стоит один апгрейд. Так что посмотрим, что мы сейчас будем улучшать. Так, у нас с вами... Кстати, можем огурец улучшить до конца, как минимум. И второй... Вот этот лазер, да, если я его куплю, то я его улучшить не смогу, да, если не ошибаюсь. Да. Что у нас есть купленное? У нас ничего не куплено, так что я хочу. Гранаты с соусом тартар, пирогомёд. Я, наверное, выберу вот этот. Нет, вот этот. Он, по-моему, лазером стреляет, да, или вот этот лазером? По-моему, вот этот лазером стреляет. 1500 стоимость апгрейда. Офигеть просто. Это очень много, я считаю. Полторы тысячи, ё-моё. Ну ладно. Конечно, губка Боба у нас легко получается накопить эти деньги, то есть. Но играя за кого-то еще, нам... Кстати, что это за оружие-то? Я забыл проверить. А, это еще не то оружие, которое я хотел. Все, хватит. Действительно хватит. Побаловались, да хватит. У нас все здоровье, хорошо. Можем с вами двигаться дальше. Ух ты, а вот здесь какие-то у нас развилки интересные. С одной стороны, можем пройти. Можем ли тут пройти? Да! Пора закончить серию неудач. Смотрите, сюда я не могу, да, пройти? Тут стена. То есть здесь, то есть мне нужно сюда наступать. И где мы окажемся? Ну ладно. Ладно, допустим. Туда я не могу пойти. Не могу. Я, кажется, начал понимать, где мы сейчас находимся. Видите, там вот? Справа, там, где мы появились, это место самое. То есть, я думаю, мы сможем дойти все-таки. Несмотря на все, мы там окажемся. Самое главное, вот эти пушки уничтожить. Они, по-моему, самые противные. А также следить, куда стреляют вон те пушки. Другие пушки. Хотя, может, они даже нам и помогают, на самом деле. Я чуть никогда даже не... Смотрите, видите, урон, в принципе, входит в нее. Он ее сможет уничтожить? Нет, они же неуязвимы от этого урона. Я забыл. Ну, зато у нас есть информация. Так, три. Вот здесь уже интересно. Прикольно. А третий, интересно, что такое? А, третий, наверное, это то, что эта гусеница начала ездить. Кстати, монетки достаточно быстро копятся. Пять.
Все-таки попадаешь. Попадут эти ребята по мне. О, погнали. Отлично. Откройте воротка. Спасибо. Кстати, странно, почему я сверху не должен прыгнуть? Минус. Ох. Это было больно, ребята. Это было больно, но зато это было прибыльно. Давай у нас там 1000. Мы можем купить другое оружие какое-нибудь. Или все-таки попробуем прокачать этот электрошокер, который он сам по себе такой среднего качества. Ух ты, мы первый раз летим за Сквидварда. Так вот, точнее говоря, будет, точнее сказать, мы летим за кого-то не губка Бобом. Ай-яй, конечно, больно. В идеале, конечно, эту игру, если правильно проходить, то он стоит это делать одним персонажем каким-то. Самым любимым, да, например. А не так, как я сейчас потерял все монетки. 1000 монеток, я просто сейчас такие в трубу улетел. Ту-ту-ту, прощайте мои монетки. Это было было больно. Я там говорил, что я могу что-то улучшить, да? По-моему, я уже ничего лучше не могу. Я могу только не умереть. Может, не будешь меня больше обижать? В принципе, можно было пройти, то есть не задевая их. Надо было, наверное, больше раз не монетки собирать, а не задевать. Я что-то забыл про здоровье, то что когда умираю, у нас все забирают совсем. Ах, ладно, максичок. Там-там-там, та-та-та-там, та-та-та. Оу, как вас много там. Круто. А, ну, 300 это не 400, знаете, ребята, все равно мало. Эх, чем будем делать, ребята? Знаете, ребята, сейчас сижу и думаю, на улице появилась такая жара сильная, то есть я, наверное, на этом закончу серию, то я жара снимать очень сложно в жаркую погоду. Поэтому, ребята, я скажу вам в любом случае спасибо за просмотр. С вами был Лит, увидимся с вами в следующей серии. А мы с вами продолжим играть в Губку Боба. И будем, смотрите, уже 3 заряда, потом вот 5 зарядов, а потом будет 200 урона, например, да? Было бы прикольно, на самом деле. Давайте посмотрим, как он стреляет только, и мы будем уже увидимся в следующей серии. Оп. Ну, смотрите, уже она в 3 раза мощнее практически стала, да? Ну, такое, знаете, двоякое мнение, но тем не менее, она прикольная. Ладно. Ладно, как уже сказал, ребят, спасибо вам за просмотр, с вами был Лит, удачи и пока-пока.